свидетельство Фонда инноваций педагогической работы и денежные премии за высокие результаты в учебе и олимпиадах этой весной получили 35 педагогов и 47 учеников общеобразовательных школ Венсполса. Среди них школьники, которые заняли призовые места на государственных олимпиадах, а также обладатели призовых мест на открытых латвийских учебных олимпиадах и учебных олимпиадах Курземе, лауреаты научно-исследовательских конференций и государственного конкурса образовательных программ искусства и дизайна. Поздравили и преподавателей, которые подготавливали школьников к олимпиадам и конкурсам. На государственных олимпиадах успешно выступили многие венспилские школьники. Большинство из них сразу же по нескольким предметам. Например, ученик 11 класса Венспилской государственной первой гимназии Матис Мирошниковс получил третьи места на олимпиадах по географии, математике и английскому языку, а по географии стал лучшим среди учеников Курземе. Сам Матис говорит, что участвовать в олимпиадах – это способ проверить свои знания в конкуренции со сверстниками. Все эти предметы объединяет логика. Математику можно использовать в географии, а английский – это язык, который тоже можно использовать в других предметов. Что побуждает тебя так успешно учиться? Конечно, мысль о будущем и возможность получить лучшее образование. Среди 35 педагогов грамоту получила и учительница Венспилской второй средней школы Алла Китаева, воспитанники которой получили третье место на государственной олимпиаде по математике и второе место на открытой олимпиаде по математике. Алла Китаева считает, что именно инновационный подход педагога к учебе – один из ключей успеха. Ведь именно так можно вызвать у ученика повышенный интерес к предмету, особенно к такой трудной науке, как математика. Приятно, когда в школе есть дети, которым интересен предмет. Нет, математика. Я думаю, что самая главная заслуга, конечно, самого ребенка. Чтобы получить такой приз, надо очень много самостоятельно трудиться. И я рада, что как учитель смогла найти такие методы работы, такие формы работы, чтобы ребенку было интересно и чтобы получились такие высокие результаты. Самые лучшие успехи у наших школьников по английскому языку, математике, домоводству и технологиям. Есть куда расти по таким предметам, как физика, компьютерные науки. Будем устанавливать новые цели, чтобы достичь лучших результатов. Денежные призы Фонда инноваций ввели уже более 20 лет назад. Конечно, это дополнительная мотивация, но не единственная, чтобы достичь цели занять призовые места. Это можно считать мотивацией и поддержкой. Это доказывает, что Венспилс думает о педагогах и благодарит их. Фонд инноваций педагогической работы Венспилса был создан более 20 лет назад, чтобы оказывать поддержку преподавателям, благодарить их за разработку учебных пособий и подготовку школьников к олимпиадам. Фонд также поздравляет обладателей титулов «Ученик года» и «Учитель года».